первую очередь. Да, здравствуйте. Проходите, не стесняйтесь. Вот сюда. Здравствуйте. Да. Ребят, сегодня у нас открыто с вами занятие, поэтому все сконцентрировались, все упокоились, собрались. Хорошо? Да. Итак, собрались все дети в круг. Давайте сделаем круг. Собрались. Собрались все дети в круг. Ты мой друг, и я твой друг. Крепко за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. Ну вот мы и настроились на наше занятие. Настроились, ребятки? Да. Хорошо, молодцы. Ребята, но сегодня мы ждем кого-то в гости. Да. Согласны? Да. Ой, ребята. Здравствуйте, ребята. Да. Опускайте ручки. Мне ведь ваша помощь нужна. А что случилось? Вы знаете, кто я? Да. Вот. Доктор Айболит. Да, правильно, ребят, доктор Айболит. А доктор Айболит, он что делает? Лечит. Кого? Зверей. Зверят. Вот и мне, ребята, позвонили из Африки, все зверятки там заболели. Я только приготовил волшебную воду, а злые пираты отобрали ее у меня, спрятали вот в этот ларец, а ключ выбросили в глубокое озеро. Озеро. Вот оно, ребята. Видите, ребята, он в то озеро. И чтобы этот ларец открыть, вам нужно выполнить много заданий. И тогда вам рыбки отдадут ключ. Вы подберете ключик к этому ларцу, и я потом поеду к зверяткам в Африку их там лечить. Поможете мне? Да! Ребята, мы поможем уже доктору Айболиту? Да. Доктор Айболит, у нас смелые ребятки. Хочешь проверить наших ребят? Хочешь? Да, вот давайте, ребята, сыграем с вами в игру, которая называется «Части суток». Скажите мне, пожалуйста, завтракаем мы утром, а ужинаем? Вечером. Вечером. Делаем зарядку утром, а спим? Ночью. Ночью. Скажите мне, пожалуйста, если мы вечером ужинаем, то когда обедаем? Днем. Днем. Верно, ребята. А скажите, пожалуйста, когда мы уходим из детского сада? Вечером. Вечером. Молодцы, ребят. Доктор Айболит, а хочешь ты проверить наших детей? Конечно, хочу. Я думаю, они вас умники, на все мои вопросы ответят правильно. Какое время года мы с вами играем в снежки? Когда? Зимой. Зимой. А в какое время года расцветают подснежники? Думаем. Летом. Так, ребята, поправляйте. Еще кто-то думает? Весной. Весной. А в какое время года опадают листья? Осенью. Осенью, правильно. Так, чтобы вас еще-то спросить, а в какое время года появляются проталины? Весной. Весной, конечно, весной. А в какое время года желтеют листья? Осенью. Осенью. Ой, какие вы умненькие. Надеюсь, со всеми заданиями справитесь. А мне, ребята, пока пора других зверят лечить. Угу. Давайте, работайте. Как соберете все ключи. Я вам приду. Да. Ну что, ребята, отправимся в путь? Да. Да. А доктор Айболит про нас не забудет. А прежде чем нам с вами отправиться в путь, мы должны с вами пройти по цветной дорожке, по мостику и прийти к нашей зеленой полянке, на которой расположено голубое озеро с рыбками. А каждая рыбка приготовила вам задание. Справимся, ребята? Да! Ну, тогда мы повернулись вот так за Яночкой, за Яной, вот так за Яной повернулись. Да, и потихонечку отправляемся в путь. Ну что, ребята, пошли? Да. Пошли потихонечку по цветной дорожке, по узкому красивому мостику и приходим на цветную полянку, к голубому озеру. Вставайте вокруг полянки, двигайтесь всем, чтобы было удобно. Расскажите мне, пожалуйста, что мы видим на этой полянке? Никита. Рыбу. Так, где рыбки находятся?
Озеро. Вот мы видим с вами озеро, а в этом озере плавают рыбки, да? А что мы видим еще на данной полянке, Сережа? Цветы. Цветы. А скажите мне, пожалуйста, много цветов находится на полянке? Да. Много. А давайте посчитаем все вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильно? Да. Хорошо, давайте проверим. Ксюш, считай, правильно ли посчитали все дети? Ну-ка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На один цветок мы с вами ошиблись. Получилось 11. Но какого цвета расположены цветы на полянке? Скажите, Аня. Каким цветом цветы на полянке? Красным и белым. Красным и белым. А давайте выясним, каких же цветов больше, или может быть их поровну, красных или белых. Жень, давай считай, сколько белых цветов? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Считай, Жень, сколько красных цветов? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Белых цветов сколько, Никита? 5. 5. Юля, сколько же красных цветов? 6. 6. Каких же цветов больше, красных или белых, Сережа? Красных. Красных цветов. Полным ответом. Красных цветов. Красных цветов больше, чем белых. Насколько красных цветов больше, чем белых, Никита? Если красных 6, а белых 5, кто поможет нам? Сереж, насколько цветов красных больше, чем белых? На 1. На 1, абсолютно верно. Ребята, а теперь давайте мы посмотрим на наше голубое озеро. И мы что видим в нашем голубом озере, Сереж? Рыбок. Рыбок. Мы в нашем голубом озере видим рыбок. И на каждой рыбке есть... Номер. Номер или цифра. Цифра. Да? Да. Вот, пожалуйста, Артем нам, Аксенов, расположи всех рыбок по порядку. То есть от цифры 1 до цифры... 2. 5. 5. От цифры 1 до цифры 5. Ну, давай вместе. Итак, первую возьмешь какую рыбку? Не стесняйся, бери как первый квадрат. Так, ложи вот сюда. Первый. Дальше. Дальше какую возьмешь? Правильно, достаем. Абсолютно верно. Значит, это сюда. Дальше. Молодец, хорошо. И следующий. Так, да, вот так подвинем. И, ребята, посмотрите, правильно мы с Артемком, сделали? Да. Правильно, мы расположили цифры по порядку. От цифры 1 до цифры 5. Ну что, согласны выполнить задание, чтобы помочь доктору Айболиту? Да. Берем первый конверт. Берем? Да. Берем, Сереж, бери. Первый конверт. Давай. И в первом конверте у нас... ключик к ларцу, помните? Да. Ключик к ларцу. Вот он. Ключик к ларцу. Нужно выполнить первое задание. А знаете, какое первое задание? Какое? Мы должны сказать одним словом. Для этого мы должны с вами встать в круг. Серег, ложи на поднос ключ. Вон поднос на столе. Да. Молодец. А мы встаем с вами в кружок. Встаем, ребята, в кружок вот сюда. Давайте, быстренько, быстренько, смело, смело вокруг меня. Да, 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 ну вы сделаете большой круг. Хорошо. Назови одним словом. Аня, руку дай. Апельсин, яблоко, груша, виноград. И это? Это фрукты. Лови мяч. Это фрукты, правильно? Да. Хорошо. Стул, диван, шкаф, тумбочка. Это что? Мебель, правильно? Да. Правильно. Огурец, дыня, тыква, морковка. Это что, Юля? Овощи. Абсолютно верно. Ну что еще, какое задание сказать одним словом? Кошка, собака, корова. Животные. Животные. А какие это животные, Ян? Домашние. Домашние, абсолютно верно, умничка. Правильно, ребята? Да. Хорошо. Следующее задание. Лиса,
волк, медведь, кабан. Это кто? Животные. Животные. А это какие животные? Дикие. Дикие животные. Абсолютно верно, да? Да. Молодцы. Хорошо. Ну, тогда еще следующее задание. Вертолет, самолет, ракета. Это что, Никита? Транспорт. Какой? Летающий. Нет, правильно. Воздушный. Так. Воздушный транспорт. Ну и последнее задание Сереже. Что мы зададим Сереже? Сережа, что тебе еще задать? Отвертка, молоток, плоскогубцы. Что это? Шея. Инструмент. Инструменты. Правильно, ребята? Да. Правильно. Итак, ребята, мы справились с вами с первым заданием. И ключик один достали для доктора Айболита. Правильно? Да. Подходим к озеру. Берем следующий конверт по цифре 2. 2. Юля, доставай. Что в следующем конверте? Ну-ка. Сережа, помоги. Мальчики же они смелее. Так. Ключ. Еще один ключик. Хорошо. Ложи на поднос. Держи конверт. Хорошо. Нет, ребят, подождите. Мы должны выполнить задание, прежде чем взять следующий конверт. А следующее задание будет такое. Идите ко мне сюда. Тихонечко вот так встали полукругом, чтобы всем было видно. Я предлагаю поиграть вам в игру, которая называется «Из чего сделаны предметы?». Не надо руку еще поднимать. Слушай внимательно. У меня большая коробка волшебная, а в ней различные предметы. Я достаю и спрашиваю, а вы мне называете, из чего сделан этот предмет? Хорошо? Да. Итак, это мяч. Он какой, Юля? Резиновый. Абсолютно верно, молодец. Это мишка. Он какой? Из чего сделан? Из меха. Это стакан, Артем. Из чего? Стеклянный. Это машинка, Сережа. Пластовая. Пласт? Массовая. Пласт массовая. Это матрешка. Она из чего, Юль? Деревянная. Деревянная. Матрешка из дерева. Она деревянная. Хорошо. Это что, Никита? Мячик. Мячик. Мячик какой? Пластмассовый. Пластмассовый. Хорошо. Это что, Яночка? Резиновый. Ну, а это что, скажи? Зайчик. Зайчик. Зайчик какой? Резиновый. Резиновый. Абсолютно верно. Хорошо. Это что, Аня? Гриб. Гриб. Поделка, скажем так, это поделка, да? Поделка какая? Бумажная. Бумажная, правильно, бумажная, догадались, молодцы. И еще у меня есть, ребят. А это что, Юль? Гвоздь. Гвоздь. Гвоздь какой? Железный. Железный. Мы справились с вами с заданием? Да. Молодцы. И один ключик у нас уже готов. Никита берет третий конверт. А можно я? Возьмешь, Артур, конечно. А потом я. Тише, тише. Никита, что у нас? Ключик. Ключик. У нас еще один ключик. Никита, ложи конверт и ключик. Хорошо, ребята, встаем в кружок вокруг меня. У нас нужно выполнить следующее задание. Можно потом я? Конечно, можно. А следующее задание будет такое. Мы проведем с вами физкульт-минутку. Это будет как типа спортивного задания. Хорошо? И выполним с вами вот такую физкульт-минутку. Давайте вспомним. Слова. Рассогнуться. Рассогнуться. Два. Нагнуться. Потянуться. Три. В ладоши. Три. В лота. Головою. Три. Киска. На четыре. Руки. Шире. Пять. Руками. Помахать. Шесть. На место. Тихо. Встать. Да? Подождите. Давайте сделаем движение. Итак. Давайте все вместе руки на пояс. Рассогнуться, разогнуться. Два нагнуться, потянуться. Три в ладоши, три хлопка. Раз, два, три. Головою три кивка. Раз, два.
два, три. На четыре руки шире, пять руками помахает. И шесть на тихо, на место тихо встанет. Артем, бери четвертый конверт. Доставай. Потом я. Так, тихо, все. Ну? Еще один ключик. Кстати, обратите внимание, ключики-то у нас, мне кажется, как бы по размеру какие, ребята? Разные. Разные? Да. Разные. Итак, четвертый ключик. Ложим, Артем, сюда. Ложим и убираем конверт. Хорошо. А четвертое задание, ребята, мы должны будем выполнить за столами. Занимайте места, только тихо. На ту сторону можно обойти с другой. Итак, следующая игра называется «Описываем животные». Слушаем. Я загадываю, вы внимательно поднимаете руки, и мы на экране с вами рассматриваем, это животное или нет. Итак, вы должны отгадать. Подослушаем все внимательно. У этого животного летом шубка серая, а зимою белая. Он быстро бегает, всех в лесу боится и прячется под кустом. Кто это, Ксюша? Зайчик. Зайчик. Давайте посмотрим на волшебном экране. Правда это зайчик? Да. Да, абсолютно верно. Посмотрите, какой зайка здесь цветом. Какой зайка здесь цветом? Серый. Серый. Значит, какое время года? Серый зайка бывает когда? Летом. Летом. Абсолютно верно. Слушай следующую загадку. Он маленький и колючий. Зимой спит, а летом ловит жучков и червячков. Аня? Ёжик. Давайте посмотрим. Правильно? Да. Правильно. Колючий ёжик. Скажите, дикое животное или домашнее? Юль? Дикое. Дикое. Абсолютно верно. Следующая загадка. Он большой, лохматый, неуклюжий. Зимой спит в берлоге, а летом ходит по лесу. Рыщет, ищет мед. Яна? Медведь. Медведь. Давайте посмотрим. Правильно, это медведь? Да. А скажите, медведь домашнее животное? Нет. Нет. А какое это животное? Дикое. Дикое, потому что медведь живет где? В берлоге. В лесу, в берлоге, правильно. Она рыжая и хитрая, у нее пушистый хвост, живет в норе и ловит мышей. Женя не работает у меня? Мыша. Нет, я думаю, что... Артем! Лиса. Лиса, правильно. Это рыжая лисичка. А вспомните, ребята, в сказках лиса какая? Хитрая. Хитрая в сказках. Хитрая рыжая лиса. Правильно, ребята, так картинка? Да. Ну и следующий, последний загадка. Вы выслушайте сначала, Никит. Она маленькая, быстрая, рыжая. По деревьям скачет, живет в дупле. Ну давай, Никит, ладно. Белка. Это белка. Ну смотрим. Белка это? Да. Ой, ребята, верно, белка. Красивая, с пушистым хвостом. А что она делает здесь на картине? Грызет орех. Полным ответом. Белка грызет шишку, да? Да. Ну-ка, полным ответом. Белка грызет шишку. Хорошо. Ну и последний загадка. Он серый, страшный, злой и голодный. Ловит зайца, кутеряк. Сергей. Волк. Волк? Правильно, абсолютно верно. Это серый волчок. Хорошо. Ну, ребята, у нас осталась последняя рыбка. Ксюш, доставай последнее задание. Посмотрим, что у нас в последнем задании будет. Ключик самый маленький. Давай. Доставай, что там? Самый маленький ключик. 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 Смотрите, маленький. Да. Ну давай на наш волшебный поднос. Хорошо, ложим конверт. Какой маленький ключ. И теперь наши задания, ребята, будут располагаться, и мы будем с вами работать за столом. Последнюю рыбку мы нашли, последний ключик мы достали. Первое задание за столом. Перед вами лежат листы и стоят подносики. Да. Первое задание. Нужно будет на листе расположить геометрические фигуры. Ничто не делаем, слушаем внимательно меня. Итак, положите, пожалуйста, в середину листа овал.
пожалуйста, в правый верхний угол квадрат. Правый верхний угол квадрат. Положите, пожалуйста, в левый нижний угол треугольник. В левый нижний угол треугольник. В левый нижний угол треугольник. Хорошо. Положите, пожалуйста, в левый нижний угол, в правый нижний угол прямоугольник. Прямоугольник. И положите, пожалуйста, в верхний левый угол круг. Круг. Смотрите внимательно. Слушаем мой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, где у вас на листе располагается круг? Сергей. В левом верхнем углу. Посмотрите, правильно, ребята? Да. В левом верхнем углу. Скажите мне, пожалуйста, где у вас располагается овал, Яна? В середине. Полным ответом. Овал? Там располагается в середине. Листа. Да. В середине листа. Что находится в правом нижнем углу, Юля? Сейчас, Никита. В правом нижнем углу. Юля, посмотри на свой листок. Могу. Прямоугольник. Скажи правильно. Правом. Правом. Нижнем. Углу. Находится. Прямоугольник. Молодцы. Ну что, Никит, давай тебе задам вопрос. Что находится в левом нижнем углу? В левом нижнем углу на листе бумаги находится треугольник. Абсолютно верно, молодцы. Убираем геометрические фигуры на подносик. И последнее задание за рабочим столом. Все убрали? Да. У вас должен быть чистый лист бумаги. Сейчас мы с вами будем работать с полосками. Послушайте меня внимательно. Вы должны расположить полоски от самой длинной до самой короткой. От самой длинной до самой короткой. От самой длинной. Так, Никита справился. Женя, располагаем. Женя, ты что сидишь? От самой длинной до самой короткой. Так, Аня, Артем тоже молодец. Яночка побыстрее. Хорошо. И... Ребята, справились. У нас с вами получилось что, Никит? На что это похоже? Радуга. На радугу еще. На что? Юль? На лесенку. На лесенку похоже. Скажите мне, пожалуйста, сколько полосок у вас лежит сейчас на листе? Ксюша, сколько? Пять. Ксюша уже посчитала. Скажите мне, пожалуйста, а какого цвета лежит полоска по счету? Третья. Третья полоска по счету. Лежит? Каким цветом? Желтая. Желтая. А какая по цвету полоска первая, Никита? Красным. Красным цветом. Хорошо. Ань, а последняя полоска у нас каким цветом? Синим. Синим, абсолютно верно. Хорошо. Артем так хочет ответить. Артем, а какая по цвету полоска четвертая? Зеленым цветом. Зеленым цветом. Ребята, молодцы. Вера. Вы очень хорошо справились с этим заданием. Давайте тогда будем звонить доктору Айболиту. Согласны? Да. Звоню? Да. Ну, нажимаю кнопки. Алло, доктор Айболит. Мы же тебя ждем. Мы нашли все ключики. И ждем, когда ты принесешь нам ларец с волшебной водой. Хорошо, приходи. А вот и доктор болит, ребята. Ну как, ребята, справились со всеми заданиями? Ну давайте попробуем теперь подобрать ключи к моему ларцу. Ну пойдем, Артем Аксенов. Давай посмотрим, посмотри. Ключей-то у нас много. Какой же по размеру именно подойдет к этому ларцу? Надо найти ключик и приложить к ларцу. Ну, давай пробуем. Какой? Следующий. Ну, какой подойдет? Самый большой.
Покажите. Видите? Самая волшебная вода получилась. И теперь я помогу всем зверяткам. Полечу я в Африку. Всех зверей вылечу. Спасибо вам, ребятки, большое. Какой волшебник, доктор Айболит? А ты про нас не забыл, доктор Айболит? Конечно, нет. А вам, чтобы вы никогда не болели и никогда не вызывали врачей, вот такие вот подарочки. Что нужно за это сказать? Спасибо. Ну, какие вежливые дети у вас, и умные, и вежливые. Ну, до свидания, ребята, слетели. Хорошо. Доктор Айболит, не забудь волшебную воду. Сейчас, нет. Корецкая, я вам оставлю волшебную воду, заберу. До свидания, ребята. До свидания, доктор Айболит. Спасибо, еще приходи к нам. Да. Ребята, ну вот и почти к концу подошло наше занятие. А скажите, пожалуйста, чем же вы сегодня занимались на занятии, Сережа? Ключи. Искали волшебные ключи к чему? К ладцу. Нет, к ладцу или к сундучку, да? Мы искали волшебные ладцы к сундучку. Хорошо, еще же чем занимались, Никита? Полоску раскладывали. То есть мы выполняли различные задания. Правильно, еще, Юля. А куда мы отправились, Юля? Мы отправились в поляне, на которой было что? Озеро с рыбками, да? И каждая рыбка приготовила нам ключик. Ребята, и задание, да. А скажите, пожалуйста, кто был сегодня на нашем занятии? Кто был на занятии, Сережа? Доктор Айболит. Правильно, к нам приходил на занятие доктор Айболит. Ну а вам, ребята, большое спасибо. На этом наше занятие будет закончено. И я прошу вас... Можно разойтись, отдыхать. Ну, я все.